Здравствуйте, в эфире ТВ-21+, открытая студия, и я ее ведущий Сергей Ширяев. Мы находимся на форуме B2B Expo, организованном Центром поддержки предпринимательства Мурманской области, Мурманским тренинговым центром и правительством региона. Поговорим обо всем, что волнует предпринимателей. И прямо сейчас в нашей студии Светлана Ким, специалист по HR. Здравствуйте. Здравствуйте. HR – аббревиатура, которая, наверное, за последние годы стала уже родной для бизнеса. Это работники, как их нанимать. Вот расскажите, как правильно сколотить свою Dream Team для малого и среднего бизнеса? И много-то, по сути, не надо. Ну, может быть, человек 10, 15, 20, ну, несколько десятков. Но как это сделать правильно, особенно в наших северных условиях? Нет такого понятия «правильно», «неправильно». Но изначально, в любом случае, нужно начинать с того, как найти вообще, да, с поисков, с собеседования, с того, нужно понять, какой конкретно человек тебе нужен в компании, какими он, в принципе, руководствуется, что для него главное. Когда предприниматель садится и полностью выписывает для себя, какого человека он хочет видеть рядом с собой, да, и в своей компании, тогда уже вырисовывается полностью такой человек, который вот идет рядом с тобой. Не просто сотрудник, который пришел отработать там, с 10 до 6 и уйти, а который будет сопереживать, да, за развитие, за рост компании, за масштабирование какое-то. Вот. И когда предприниматели ставят правильные какие-то себе вопросы, правильные цели для роста, тогда уже и следующий этап – это для того, чтобы набирать себе в команду человека. Вот. Я в последнее время разговариваю с руководителями и они, наверное, не знают, как правильно даже собеседование провести. Да, уж, вот о чем я хотела сказать. О том, что никто не задумывается о том, что собеседование проводить тоже нужно правильно. А на самом деле, в последнее время мое мнение, и в принципе оно соприкасается с многими предпринимателями, о том, что, к сожалению, предприниматели самостоятельно портят мир найма. То есть мы соглашаемся с тем, что есть, мы не требуем больше, мы не даже не то, чтобы требуем, а требуем того, что нужно, да, качественно выполненной работы. Не, ну как ему требовать? Он только еще увидел этого кандидата на найм, он еще ничего требовать не может. Но я просто знаю, что есть несколько разных подходов, их много, да. Кто-то просто говорит там своему кандидату: ну, расскажи о себе. Молчит всю дорогу, а потом просто ему не перезванивает никогда в жизни, ничего не сказав. Есть те, кто начинает придумывать заковыристые задания. Там, реши мне вот эту задачку. Буквально из школьного учебника «Загадок с подковырками». И так далее, и тому подобное. Как правильно поговорить с кандидатом? Во-первых, чтобы его не испугать и понять, кто он такой, подходит ли он мне. Нужно быть. И не делать какие-то завышенные ожидания от человека. А давать возможности человеку раскрыться, раскрепоститься и нормально пообщаться для того, чтобы просто рассказать действительно о себе, какой он есть. И мы же в первую очередь нанимаем не просто специалиста, мы же берем человека. И нужно понять даже на собеседовании, что конкретно человек хочет, чем он руководствуется, какая его мотивация, денежная или не денежная. Может быть, у него мотивация действительно найти какую-то вторую семью для себя, да, потому что работа у нас занимает очень много времени. Да, у нас 50% только идет на работу, 25 там на сон и 25 на жизнь, да, грубо говоря. Вот, поэтому дать человеку понять, что он находится в безопасности определенной, да, что здесь не будет на него нападать, испытывать там на какие-то вот эти стрессовые все собеседования. Да, это хорошо, но это же страшно. Да? Человек приходит, он и так находится в стрессовой ситуации, он и так понимает, что его сейчас будет оценивать, что он должен там как-то заработать эту работу. И дать человеку понять, что все хорошо, давайте мы сейчас с вами пообщаемся, познакомимся, вы расскажете о себе. После я расскажу о нас, о нашей компании, о том, какая миссия у нас, там, да, цели, какие мы преследуем. Вот. Ну и, наверное, важно не оставлять о себе, о работодателе, плохое впечатление. Конечно, возможно, конечно. А то есть уйдет и расскажет всем остальным, что да, туда не ходи. И перезвонить, может быть, если даже он не подошел. И, да, вы абсолютно правы. В общем, не делать ему неприятных моментов в жизни, связанных с собеседованием. Кстати, вот первое и последнее, что, да, может сделать руководитель, когда он встречается с сотрудником, да, с кандидатом на любую должность к себе в компании, и когда он прощается. То есть нужно понимать, что человек, выйдя за порог компании, он автоматически становится таким
рекламой, да, такой, сарафанным радио, потому что собеседование уже, это такая тоже реклама, да, ты рассказываешь о компании, ты рассказываешь, для чего ты, что вы несете, какая миссия там, да, для чего вообще вы открылись, кто ваш потребитель, то есть и человек, когда выходит, когда только-только прошел собеседование, он будет понимать, что, во-первых, хочу, не хочу работать в этой компании, да, и насколько вообще адекватность, там, внешний вид, там, ну, то есть, да, такие вот оцениваются, и дальше пойдет, да, встретит знакомого, скажет, а я был там на собеседовании, а меня там, ну, не очень хорошо меня там, да, встретили, или какие-то вопросы странные задавали. То есть в таком плане. И когда человека увольняют, то же самое. То есть, да, человек за порог выходит, и он становится уже не то, чтобы даже реклама, он становится какой-то такой частицей, которая уже прожила жизнь в этой компании. То есть тоже нужно понимать, что увольнять человека нужно тоже не просто так. А где все-таки стоит искать сегодня сотрудников? Вот в интернете, через сайты, которые везде, агрегаторы, через центр занятости? Все методы хороши на данный, ну, на сегодняшний день. Центр занятости не любит, например. Центр занятости... Немножечко, мне кажется, неправильное представление идет как у предпринимателей, так и у людей, которые идут в центр занятости. Вот. Некоторые идут за своими какими-то личными, да, мотивами. Вот. Когда ищешь сотрудников, в наше время сейчас это очень актуально и больная тема. Да, все методы хороши. И сарафанное радио, и интернет, и центры занятости. Когда нужно закрыть вакансию, то... В любой способ. А что все-таки с пенсионерами и с молодежью? Вот эти две уязвимые категории кандидатов, они могут быть компетентными, но их просто могут не брать. Студентов, там, молодежь и выпускников, потому что у них нет опыта, а пенсионеров, потому что они просто пенсионеры. Вот вообще, правильно ли их не рассматривать, или все-таки надо с ними тоже работать? И это большое упущение, что с ними не работают. Потому что люди взрослого поколения, они очень, можно так сказать, правильные. У них есть тоже определенные свои принципы, по которым они работали. У них уже есть огромный опыт, который, да, может нести определенный хороший какой-то, да, виток в бизнесе. У них есть такая структура, системность, которой нету сейчас у молодежи. Молодежи, они более свободны, но при этом они мегаумные сейчас. Они все там технологии, вот это вот интернет, у них все просто летает, они очень умные. И нужно давать скидку на то, что молодой может намного быстрее решить какую-то задачу, нежели там даже в возрасте мы, нас с вами. Вот. Просто что не каждый предприниматель понимает, что обучать нужно всех. И человек не может прийти и вот по щелчку пальца понять, что нужно делать здесь, что нужно сделать там, да, какие у него обязанности. Даже если вы ему это один раз рассказали, это нужно ему еще раз показать, еще раз рассказать, дать под подпись и не думать о том, что несколько раз повторили и все. То есть повторять больше не нужно. Нет, нужно. И просто что может занять немного больше времени, допустим, взрослое поколение. Вот. Но как показывает практика, взрослые люди уже тоже немного устали и не всегда даже хотят работать. Они тоже такие немножко балованные, можно так сказать. Вот, поэтому... Работа, она вообще такая. Может, работа... От нее может человек и устать. Уставать может, да. Поэтому, но... Если есть возможность, мне кажется, человек в любом случае возьмет в любом возрасте сотрудника. Если он понимает компетенции, понимает, что даже несмотря на то, что он молод или наоборот там, да, в возрасте, он все равно может расставить приоритеты, понять, справится человек с этой работой или нет. То есть, ну, умный руководитель, он разглядит алмаз, да. Среди всех. Но все-таки HR-у, как науке, надо учиться предпринимателю, работодателю? Или все-таки достаточно своих сил, или вообще ограничиться, отдать это на откуп специалистам извне? Если говорить конкретно там про какие-то собеседования и командообразование там в поиске, мне кажется, что этим должен уметь заниматься каждый руководитель своей компании, потому что сотрудники, руководители – это в первую очередь о взаимоотношениях,
А если руководитель не умеет выстроить правильные взаимоотношения со своей командой и с сотрудниками, вообще с людьми, то как бы, я считаю, что это упущение. Поэтому не то чтобы учиться, а хотя бы понимать азы и чем человек руководствуется, выбирая данную работу. Мне кажется, хотя бы минимально, но что-то вот нужно понимать. Ну что ж, спасибо за это интервью. Спасибо. Надеюсь, кто-то из тех, кто нас смотрит, дойдет, найдет свою мудрость как работодатель. Дай Бог. И этого мы им пожелаем. В нашей студии была Светлана Ким, специалист по HR. Вы оставайтесь на ТВ 21+, впереди много интересного.